Сегодня у Уголовного управления юстиции Гомельского облвыканкама прошел видеоселекторный научный семинар для представников органов примусового выполнения, прокуратуры и финансового управления. Такие форматы трехбоковое взаимодействие у обмеркования надежных проблем и питаний обрали у першиню. На семинары узнимались и питания покрытия запозычанности и выполнения документов, связанных со спогнанием штрафов, которые поступают в доход державы. А кроме того, обмерковывались шляхи взаимодействия органов примусового выполнения, прокуратуры и финансового управления при работе в агульной справе. Органы финансовые выполняют функции взыскателя. И с целью того, чтобы разъяснить их полномочия как стороны исполнительного производства, чтобы указать на соответствующие ошибки, которые присутствуют в действиях как судебных исполнителей, так и взыскателей, проведена вот эта встреча. Проработаны вопросы взаимодействия с органами прокуратуры, финансовыми органами и органами принудительного исполнения при исполнении данной категории исполнительных производств. У будущем планируется проведение подобных семинаров, протягнуть, махчима долучение представников инших органов юстиции.